На начальном этапе развития рассады от подкормки во многом зависит будущий урожай, ведь хилая и слабенькая рассада гораздо дольше приживается и хуже растет, что по итогу сказывается на плодоношении и урожайности. Поэтому хочу поделиться с вами способами, как вырастить крепкую приземистую рассаду с толстым стебельком. Сразу начну с подкормок, которые можно начать вносить после пикировки через 7-10 дней. Раньше рассаду подкармливать не нужно, так как до пикировки ей вполне достаточно того, что ростки берут из грунта. Итак, давайте рассмотрим две подкормки, которые позволят нарастить крепкий стебель и коренастый корень, а рассада, благодаря которым, будет приземистой и здоровой. И первый способ – это подкормка кальциевой селитрой. Эту подкормку можно выносить, когда на рассаде есть 2-4 настоящих листочка. Рассада вялая и слабая, а листья бледного цвета. Для ее приготовления на 1 литр воды я беру 1 грамм кальциевой селитры, растворяю в теплой воде и поливаю растения по слегка увлажненной почве. Такое средство я использую для подкормки томатов, капусты, перцев, баклажанов и огурцов. И результатом всегда остаюсь довольна. Чем меньше рассада страдает от нехватки кальция, тем меньше риск, что растения заболеют грибковыми или бактериальными болезнями. И второе удобрение, которое я использую для наращивания корневой системы, это подкормка рассады гуматом калия. На 1 литр воды беру 2 мл гумата калия, перемешиваю и поливаю растения. Достаточно внести такую подкормку 1-2 раза с интервалом 2 недели, и корень становится крепче, рассада более приземистая и не вытягивается. А чем вы подкармливаете свою рассаду? Буду рада, если вы поделитесь своими методами в комментариях.